сказал. Московный полицейский разбирается в обстоятельствах поджога автомобиля журналиста и блогера Андрея Трофимова. Мужчина – основатель известного в регионе интернет-издания. После своих расследований уже становился жертвой преступников. Убери руки! Стреляй, стреляй! Андрей Трофимов. На него набросился с кулаками, как описывают это в газете, в «Знаке». В интернет-газете «Знак». Мы не знаем, верно ли это. Мы ждем от господина Чайки, любого из Чаек, мы ждем опровержения, конечно, потому что мы не знаем, насколько можно верить этому. Но мы знаем, что изначально он подонок. Он просто гулял с собакой за домом. Вот этот, свидетель прилета сына Чайки. Дверь не открыли! Я сейчас ее сломаю! Вот почему вам не нравится, что я стою здесь снимать? Это известный блогер Андрей Трофимов. После острых публикаций Трофимов несколько раз оказывался на больничной койке, да и в целом герои и антигерои его публикаций чаще всего не рассыпаются в благодарностях, а сыплют угрозами. Мне начали рубить топором двери в квартиру в 3 часа ночи. Сожгли предыдущий автомобиль. Устраивали DOS-атаки на мой сайт, достаточно мощные и дорогостоящие. Открывали уголовные дела, устраивали обыски, изымали всю технику, которая у меня есть, как у блогера, с врыванием ко мне в квартиру, в маску с автоматами. Андрей Трофимов уверяет, несмотря на угрозы, он все равно продолжит писать и защищать в материалах интерес жителей Сергиева Посада. Он считает, что он самый главный в этом городе, и все, что он не делает, он... Конституция Российской Федерации, Дмитрий Сергеевич. Фактически, по влиянию, вот так сложилось, не потому что зачистили поляну местной власти информационной, но так сложилось, что он стал по влиянию сопоставимым вообще со всеми в совокупности официальными этими. И он в этом смысле... Он устраивает. И вот его постоянно перепечатывают и Life News, и Эхо. Он такой уже продуцирует новости такого федерального, отчасти масштаба. Обращаюсь к конкретному жителю. Трофимов, ваше место среди жителей. Вы не являетесь средством массовой информации. Лучший сайт печатного издания. Победитель в данной номинации. Сайт «Альтернативная газета» Андрея Трофимова. Победителем в номинации «С места событий» стал Андрей Трофимов. Главный редактор «Альтернативной газеты» Андрея Трофимова. Город Сергиев Посад. А Трофимов всегда с нами. А почему вы так не хотите Трофимов? Почему вы боитесь его? Он наш. Не успели Андрюху вызвать, он уже всех подал своей камерой. Андрей Трофимов.